Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, смотрите продолжение сетевой партии за Майю в Sid Meier's Civilization 6 на восьмерых. Начало в первой серии, так что если вы случайно наткнулись на это видео, то переходите к ней, ссылка на весь плейлист в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть сначала. Спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу, большое спасибо им за поддержку. Вам всем приятного продолжения просмотра и, пожалуйста, не забывайте делать шортсы, ставить лайки, оставлять комментарии. Еще в трех городах не успеваю выбрать ни хрена. Че, убегаешь, да, уже выводишь войска? Так, а где у нас современные ПТ-команды, интересно? Или вообще в робототехнику? Как тебе помочь? Это мисклик. Почаще, почаще делай. Так, мне надо обработать уран. Парня, а что я могу передать город? То есть я не могу передать только тот город, который, который я захватил? Или что? Потому что другие города я могу передавать. Так, все, везде что-то строится. К сожалению, о, военный союз тут. Если бы Фёб чуть-чуть подождал и я объявил войну Персу, вот тогда ему надо было на меня нападать. А так есть еще плюс 5. Кстати, против иноверцев мне бы тоже поставить карточку. Он обещал в мобилизацию выйти. Разведданные, то есть он прочитал все. Боевой мощи. Подожди, смотри, если у тебя есть воздушный шар, у меня даже город не может доставать, правильно? Как сделать так, чтобы так, город вот тремя доставал? Вот этими походил. Ну это он, мне кажется, зря. Пошли маскат присоединим. У нас тут все утопло. Так, а сколько стоит робот? 3000. Чё ты спрашивал? Какой вопрос у тебя? Так я две могу. Как мне достать? Нет, одного мне там топлива не хватит. То есть у тебя воздушный шар. Тогда АПМ. Что надо городу сделать, чтобы он достал на один рейндж больше? Ничего. Купи какой-нибудь юнит дальнобойный, шар купи. Понял, спасибо.
Так, куда мне дальше? В современные самолеты. Где они? Я их только что видел. Во. Ребята, а кто-нибудь мне алюминий может дать? Зачем? Я могу. Ты не можешь. А, точно. Блин, убивает, захватывает, зашибись. То есть, вот нормально, что у Эфиопу просто все ресурсы завезло, да? Просто вот всех ресурсов по максимуму. Это честно. Не, ну тут проперло, согласен. Начнем с того, что Цива это в принципе нечестная игра. Кстати, парни, а работает ли бонус района от соседних городов? То есть, если вот, типа, стоит там центр коммерции в одном, а в втором Ганза, ну, если ты играешь за немца. Будет ли давать Ганза с другого города центру коммерции? Точнее, наоборот. Баф. Не, ну, не дави моих генералов, они тебя окружают. Грега, ты принимаешь? Два ресов накинем друг другу. Эти кину. Так это бонусы района работают, а других городов или нет? В смысле, от других? Ну, типа, вот если в одном городе центр коммерции, в втором Ганза. И они а вот... они дают соседство. Понял. Посыби. Не, ну вот это то, что нумибиец дал пройти Эфиопу. Я не успеваю. Ну, Эфиоп с этой войны больше имеет. Он мне грабит научные эти, видели там 150 вход.
Так, что мы возьмем? К оружию. Деньги. Сложно. Ладно, я, наверное, к оружию возьму. Так, и где у нас проект Манхэттен? Кардив перекупил. А можно не перекупать в конце хода город? Да я не успевал ходить. Ну, значит, не перекупай. То есть ты считаешь, это тебе не в пользу, да, пошло? Ты ж типа так же иногда в конце ходишь, типа я же понимаю, что ты просто не успеваешь. Так, ну мои 6 генералов не справились, в принципе. Я могу ливать? Или досидеть, чтобы не вылетело? Не знаю. Что там Грега скажешь? Там без шансов. Ну, значит, можешь ливать. Не, у вас просто вылетит или нет? Какие шансы? Если что, я могу просто ливнуть с этого дискорда и ходы скипать, чтобы не забагать ничего. А, подождите, давайте мы... Армию будем делать уже. Ну, впрочем, так и сделаю, короче, парень. Спасибо за игру, было интересно. Спасибо узнал за игру. Нового. Спасибо. Давайте, спасибо. Удачи. Пусть победит самый хейтер. Так. Где у нас тоже плюс 4 к единоверцам? Вот вместо ремесленников, пожалуй, поставим. Ну, у меня перс спонсирует всячески, а я хотел его убивать. Так, подождите, а где у нас больше всего производства? Копание.
Блин, не пойму, почему у тебя робот такой сильный? У тебя же прокачек много должно быть. Так, он же на моей территории. Там плюс 5. Ну, плюс 5 всего. Ну, плюс 4 там всякие. А у него там в сумме 150, как будто он у тебя все техи на прокачке закрыты. Ну, смотри, он изначально... сколько? 120? 110, по-моему. Нет, что мне пишет 120. Изначально. Плюс 5 военный союз. Плюс 5 от, ну, от моей способности. Плюс 4 от единоверцев. И плюс 6 еще сейчас было за атаку с фланга. Итого еще сверху 20-рик, как минимум. Неплохо, неплохо. А, у тебя еще, наверное, Виктор сидит? Не, Виктора нету. Точнее как, Виктор есть, но не в том городе. Не, слушай, англичане, так не надо так это сливать ресурсы. Прям все деньги отдаешь. Он тебе все... Ну там как, там 600 монет, конечно, это по сравнению с тем, что у меня. Он вроде ушел. Не, он мне пишет вот тут, в чате игры. А, имеешь в виду из Дискорда ушел? Да, из Дискорда ушел. Ну что, закончились у тебя танки или еще? Да, каждый ход я доступен. По одному. Но зачем? Стопать тебя, что-то ты улетать начал. Да блин, за хуя больше всего, ладно. Промолчу. В тот момент у нас было одинаково. Мне-то все равно. Делать особо нечего. Так, я думаю, мне армии достаточно. А, блин, тут нефть еще затопила. Как у тебя военки? Ну тогда. И это практически все это ПТ команды. Подождешь. А, да, в кавалерии. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Так, ну у нас 20 ходов осталось. Я не думаю, что тут можно по науке победить. Хотя...
Не знаю, нафига мне тут морская плотина. С другой стороны. Так, а где у нас эти современные подлодки могут быть? Блин, я уже забыл, что их ускоряет. Плюс 6. Откуда у меня еще пошел уран? Знаете, если продукты тут перейду, хотя там угольная, конечно, дает неплохо производство, но... Ой, блин, не в тот город. Информационные эпохи, озарение. Вообще надо. А где стали варенье, кстати говоря? Серьезно, ты его не открыл? Я его как-то походу мимо прошел. Так, снизу. Где-то, внизу где-то. В новом времени, в самом низу. После радио. Там Лёшка себе этот кораблик поехал, авианосец с самолётиками. Откуда? С города Анкобар. Спасибо.
Так. Линкор жапается, да, в ракетные, да. Ага, вижу. Вот тут авианосец. Ты видишь, Эфиоп, что там англичанин тебе пишет? Чудом избежал, чтобы он тебя снес. Ну, конечно, да я понимаю. Я типа сразу... Он как на этого въехал, на корейца, я сразу с ним дружбу заключил. Не понял, а где тут самолет? А, я же его перебросил. Так, где же тут? Тут он где-то должен быть. Это он задействовал уже истребитель, то есть он его задействовал. А сам авианосец где-то тут.
Так. Так, ну по идее должны затопить следующим ходом. Нубия предложение. Там туризм побеждает. Кто? Флакон. Чё ся? Да хватит стрелять по мирным танкам. Ой, молитвы зачем? Так. Да, блин, куда он уехал? Как он так далеко уезжает, я не понимаю. Блин, а нахрена ты Персу объявил войну? Блин, Грега, ты второй раз уже за... Второй раз, ошибаешься. Ты не наберешь достаточно очков, чтобы победить, захватывая Перса. Тебе надо именно на Эфиопа нападать, а не на Перса. Так он мне ничего не сделает же. Ну, конечно, если так, знаешь, вот это пораженческое, ничего не сделай, так и сидим. Отличная партия.
Не, ну это просто тупо. Грег уже в которую игру вот это делает? Я так понимаю, что ты флакона боишься. Я правильно понимаю? Я его не слышу, вообще ничего не говорит. Да нет, просто, ну вот, именно в этот момент, когда у него еще даже техи какие-то не открыты, более-менее, на которых он может сражаться, типа, как ты со мной. То есть, там, ну вот, типа, пойдет он на меня, и что? У нас тут проход реально в одну клетку, ты же видишь? Я ставлю 3 истребителя, и все, ну и куда он идет? Он может обойти только сверху, с тундры. Ну, я не знаю, только опять давай, смысл тогда сидеть сейчас еще 14 ходов в очередной раз? Да не 14. 14? Там улет будет пораньше. Просто не помешать, не разграбить ничего, не помешать в космопортах. Надо сидеть в союзах и вот такой херней заниматься в очередной раз. Просто жалко времени опять. Какое-то реально сидение это, в развитии. И забираешь перса, который тебе вообще никак не нужен. Тебе не поможет его очки, тебе не помогут никак. Ты вот смотри, у перса 577 очков. Типа присоедини к своим вот эти его полностью 577, и у тебя будет меньше, чем у Эфиопа. Но дело в том, что у тебя не будет 577. Потому что забирая эти города перса, ты уменьшаешь у него население. Просто опять единственный сосед у флакона, который можешь что-то делать, сидит. В той игре этот Митя зачем-то на меня напал. Не мог ты вытянуть, ну ты прикалываешься. Так а что Корея? А что, ты Корея один забирал? Что ли, там вот Эфиоп типа сидит и смотрит на это? Ой, блин. Не, ну тебя-то я поехал, ты же понимаешь, наверное. Чтобы ты меня не приехал с того. Да, блин, я просто не могу вам говорить. Я хотел забрать столицу Кореи, пока ты не видел, ты ее долго не брал. Я хотел по Бырику, короче, танками отжать, и получается, что перед концом игры я бы захватил там пару столен еще. То есть я хотел по очкам выйти, да. Да, и тебе бы все дали. Сидели бы, смотрели просто. Так а делать-то что? Ну, я пытаюсь хоть как-то играть. Но есть лидер в игре. Ты согласен, что лидер был Эфиоп? В какой-то момент, да. Ты мало того, что дал ему возможность проехать ко мне, даже не предупреждал меня, типа, я только в последний момент увидел танки приехавшие. Так еще и никак с ним не воевал. И мы сидим, вот можно сейчас за 13 ходов уже заканчивать. Блин, я же хотел апнуть под лодку. Ладно, давайте купим. Так, а где под лодку? Я не понимаю, почему не могу под лодку? А, еще один ход. Надеюсь, кинем что-нибудь в него.
Что золота не хватает. Так, а на что я потратил сейчас золото? Или у меня просто его не было? Блин. Девять ходов. Тут все тонет. Надо вернуться, апнуться. Вроде же были деньги, куда-то делись. И я еще, наверное, не доброшу ядерку никуда особо. Это, блин, бессмысленно. Я просто не понимаю, почему... Вот сидит человек, у него, во-первых, все ресы есть. Во-вторых, соседям вообще насрать на него. И сидим, да, и рара ему у него, зашибись. Какой-то прикол. Слушайте, ну я предлагаю, блин, закончить. Я не знаю, смысл сидеть. Если вы хотите до мультика досидеть, можем досидеть. Я не хочу. Тут понятно, это, типа, через 11 ходов победа либо там улетом, либо по очкам. Ну вот сейчас последний проект, да, и я вот теху открываю на следующий ход, на улет. Просто время жалко даже. Подожди, откуда у нас подводная лодка здесь? Или я купил уже ее, поэтому потрачены деньги? Ну пошлите, я тоже не против. Ну да. Все, спасибо за игру. Да, спасибо. Ну, Майя, конечно, приятный в плане защиты. Вот видели, у нее тут танки шли. И очень они АПТ команды разбивались. Очень приятненько все это было. И в принципе, вот в развитии... Ну, тут надо, сами понимаете, очень четко вначале знать, как города ставить. Я очень много времени тратил на то, чтобы это просчитывать. Да, блин. Это просчитывать. И все равно у меня не получилось. Тут даже не потому, что нубийц поставил город, а я вот тут как-то по-другому, наверное, города надо было ставить. Я, наверное, еще один город точно мог разместить, но не влез он. Никуда. Просто шикарнейшие места у Эфиопа. Как вы видите, гора Рарайма. Вот, смотрите, например, кампус на плюс 4, да? То есть просто у него все есть, чтобы развиваться. И у него все ресурсы есть еще при этом. То есть на его территории не у кого-то он захватывал, а просто на его территории есть все ресурсы стратегические. До хрена. У меня один уголь... Один алюминий, второй надо было туда лезть. Две нефти всего лишь. Охренительно. Я считаю, соседи очень... Вот если бы англичанин был около Эфиопа, было бы круто.
Он бы ему там, видимо, задал жару. И Грега опять на очки пытается захватывать соседей, когда у тебя есть лидер конкретный. Просто конкретный лидер, который в любом случае победит. В общем, вот такая партия получилась. Я все еще считаю, что Майя очень сильная цивилизация. Даже, вот, кстати, вот, несмотря на то, что у меня тут, видите, было такое место, где хрен поставишь. Главное, кампуса, мне кажется, я прикольно расставил. То есть достаточно было фермы вокруг них. Больше, наверное, больше надо было рабочих, больше ферм. Города растут как на дрожжах. Это вполне нормально. 20-20 жителей вырастить. Да, я думаю, даже можно было лучше даже вырастить. Так что Майя очень сильна. Маленькая территория, возможно, за... Ну, как? Я не считаю, что вот это маленькая территория. Это все-таки дофига городов. Очень даже неплохо. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, например, городов поставил Эфиоп своих. А у меня 11 получилось, нет? Или 10? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. Да, вот в этом, конечно, есть определенные ограничения, но, как видели, по науке я шел ровно. По науке я шел ровно. Возможно, стоило, кстати, военные лагеря. Но у него культура шла, но это опять за счет его... Видите, сколько у него эти скальные храмы науки дают? Ну, не все, правда, не все. Карыри, вот тут у него еще Темпломайор хорошо зашло. Вот это озеро дало плюс 5 счастья, в общем-то. Ну все, спасибо, что смотрели. На этом все, играйте в умные игры, всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку, до следующих видео.